Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Black Star TV. Егор Критф, это Филипп Киркоров, цвет настроения черный. Давайте посмотрим. Цвет настроения черный. Ванечка, я тебе говорил уже, что мне эта идея не нравится. Не нравится, понимаешь? Не нравится. Угу. Все, извини, пожалуйста, у меня вторая линия. Филипп Петрович, здравствуйте. Да, Егорушка. А вы через сколько будете? Подъезжаю я уже, подъезжаю. Black Star Beauty. Говорит, подъезжает. Скоро буду. Спасибо, ждем. Black Star Beauty. Фига у него длинный-то. В реальности как это выглядит? Вообще такой длинный ему. Ну? И зачем вы меня вызвали среди ночи? Тимати. В эту цирюльню. Ну, вообще-то, нам нужно снять клип. Вообще-то, тогда нам нужно подписать Филиппа Бедросовича на лейбл Black Star, подписать с ним контракт, как с новым артистом. На каких условиях? Филипп Бедросович, договоримся. Но есть одно единственное условие. Цвет настроения не синий, а черный. Черный. Черный? Черный. Филипп Бедросович, мы поднимем вас на совершенно новую высоту. Фига он высокий. Егор, он типа как я здесь пройду. Какой-то султан, знаете. Куда мы идем? Арабский шейх. Филипп Петрович, мы идем делать историю. Пацаны, чтобы все получилось, нужно добавить в клип как можно больше спонсоров. Работаем. Можно больше спонсоров. Мой цвет настроения черный. Нифига. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Я выходя из дома выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды любят черный цвет. Я выбираю брюнеток, хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень, мне тоже нравится. Мы на черных конях принцип. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Твоя мама на моем концерте. Все твои родные на моем концерте. Пифагор не сосчитает все мои хиты. Киркоров вообще кажется крутой. Тимати не сосчитает все мои понты. Я на хайпе, каждый год на хайпе. В ее руках мартини, плюс она на стайле. На черном стайле, но я на стиле. Все, что скоро выйдет в Луи, мы уже купили.
Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный. Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня... Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. 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 Мой цвет настроения черный. 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 Цвет настроения черный. А, это, наверное, реклама такая. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Ну вообще классная. Ну что, Фил, на связи? На связи, бро. На связи, бро. Егор Крид? Да. Это тебе за нашего короля Филиппа Бедросовича. Концовочка необычная. Это презерватив, что ли? Стопроцентная защита. Стопроцентная защита. Мой цвет настроения черный. Ну? И зачем меня сюда вызвали? Среди ночи. В эту цирюльню. Вообще-то... Его рассмешило слово «цирюлья». А он же не подписан, просто делает вид. Нам не нужно же наоборот. Как Филипп охренеет, да, когда узнает, что это настоящий контракт? Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все моя банда любит черный цвет. Ну, думаю, понятно. Ну, в принципе, клип вообще классный, вообще жесть, не ожидал. Нифига тут лайков-то. 817 тысяч лайков. Охренеть. 40 миллионов просмотров. Клипу даже месяца нету. Жесть. Просто жесть. SEO, ста, бля. Просто жесть. Кто там услышал песню «Я шоколадный заяц»? Вот этот клип намного круче, чем этот, как... Где там был-то? Ибица, Ибица. Это, конечно, намного круче. Чем там с этим? Где он там это козло там подрачивал, как говорят. Вот этот клип, конечно, намного круче. А вы что думаете? Напишите ниже комментарий под видео, что вы думаете. Понравился вам клип или нет? Но я думаю, клип вообще классный, в принципе. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.